Алексей Иванович Грачев, летчик-разведчик, герой Советского Союза, уроженец села Ягодное Ставропольского района Куйбышевской области, наш земляк. Алексей Иванович всегда мечтал стать пилотом и с юношества упорно шел к своей цели. Он поступил в летное училище и окончил его с отличием в 1935 году. С начала Великой Отечественной войны Алексей Грачев стал командиром звена разведывательного авиаполка Балтийского флота. Он первым среди летчиков взялся за освоение пикирующего бомбардировщика П-2, сутками изучая каждую деталь, забывая про сон и отдых. Алексей Иванович первым установил рекорд дальности и продолжительности полетов на этом самолете. Всего за время войны Грачев совершил более 420 боевых вылетов, бомбил корабли и базы противников, разведывал морские и сухопутные коммуникации. Алексей Иванович был награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени. Его жизненный путь оборвался 8 мая 1945 года, накануне Победы. Советский самолет, в экипаже которого было сразу два героя Советского Союза, пилот Алексей Грачев и штурман Григорий Давыденко, был сбит при выполнении задания. Память о нем жива. Именем героя Советского Союза названа улица в городе Тольятти, школы города Новокуйбышевск и села Ягодное.